Друзья, всем привет! С вами канал Китайфак. И сегодня у нас на распаковке очень компактный маленький лазерный уровень FireCode 212A, который строит вертикаль и горизонталь. Это, пожалуй, один из самых качественных и недорогих уровней. Пришел в такой упаковочке. Маленькая пришел компания из ДЭК буквально дней за 12. Ну, давайте скроем, посмотрим поближе. Вот в такой маленькой коробочке. Практически карманный уровень и, как всегда, брелочек. Но в этот раз вместо совы вот такой орел. Продавец отличный, очень общительный и старается все сделать максимально быстро. Так, друзья, вот такая маленькая сумочка. Как видите, очень качественно сшита. Можно прикрепить на ремень. Сам уровень сделан, как всегда, круто. Придраться не к чему. Все, можно сказать, идеально. В основании резьба 1/4 дюйма для крепления на штатив. Работает от 3 батареек. И думаю, так как здесь всего один излучатель на обе плоскости, вот там, если видите, две маленькие призмочки стоят, а излучатель один, то от 3 батареек он должен, конечно, работать достаточно долго. Уровень простой, строит всего вертикаль и горизонталь. Такой на перехват, на каждый день, отличный вариант. Так, ну давайте ставим батарейки и посмотрим, как он работает, какая толщина линии на 50 метрах и сравним его с именитым геофеновым. Да, уровень стоит на сегодня 1750 рублей. А есть такой же уровень, как вы помните, FireCode F212R, только у него уже помимо вертикали и горизонтали, вот здесь вот это окно, дополнительная вертикаль. Тот уровень стоит в районе 3500 рублей. Обзор, кстати, на него можете посмотреть, перейдя по ссылке в правом верхнем углу. Если сравнивать его уже с уровнем FireCode 112R, то у того стоят уже два излучателя на каждую линию. Ну, FireCode 112R я бы отнес более профессиональному прибору. Сегодня стоит в районе 2500 рублей, и у того в комплекте еще есть магнитное крепление. Да, кстати, обзор также можете посмотреть, перейдя по ссылке в правом верхнем углу. Есть обзор как на красную линию, так и на зеленую линию, поэтому смотрите и сравнивайте. Так, друзья, вот я вставил батарейки. Инструкции к данному прибору, кстати, не идет. Ну, она здесь и не нужна. Все предельно просто. То есть тумблер блокирует компенсатор. Кнопкой включаете уровень. Да, кстати, сразу же можно отметить, что есть функция с заблокированным компенсатором. То есть компенсатор сейчас заблокирован и можно размечать что-то под наклоном. Но линия будет мигать в этом режиме где-то примерно раз в 5 секунд. Что, в принципе, для работы не критично. Открываете тумблер и прибор уже устанавливается. Не скажу, что устанавливается быстро, где-то в районе 4 секунд. Есть, конечно, приборы, которые устанавливаются и в районе 2 секунд. Но, тем не менее, это такой средний, неплохой результат. То есть, вот, в принципе, весь его функционал. Либо с разблокированным компенсатором вертикаль-горизонталь в режиме автовыравнивания, либо в режиме с заблокированным компенсатором для разметки под наклоном. Линия от прибора начинается очень близко, где-то в районе сантиметра от прибора. Давайте посмотрим развертку по вертикали и по горизонтали. Так, вот на одном метре, здесь, наверное, плохо видно, но сантиметров 10 до потолка она не достает. Давайте посмотрим на 2 метрах. На 2 метрах линия заходит на потолок где-то уже на метр. И давайте посмотрим на 3 метрах. На 3 метрах, соответственно, линия уже заходит на потолок где-то в районе 2 метров. Давайте посмотрим развертку по горизонтали. По горизонтали развертка также неплохая и где-то сантиметров 20 всего не достает до прибора. То есть, в принципе, для такого карманного уровня очень хорошая развертка. Так, ну давайте посмотрим толщину линии на 5 и 10 метрах и сравним ее с именитым геофенолом. Так, друзья, на 5 метрах геофенол сверху, FireCode 212A ниже, слева FireCode, справа геофенол. Видно, конечно, что геофенол поярче, оно и понятно, потому что у него стоят два отдельных излучателя на вертикали и горизонтали. Но по толщине линии видно, что FireCode все-таки чуть-чуть потоньше. Геофенол в районе 2 мм на 5 метрах, а FireCode чуть потоньше. Вертикаль также. И давайте посмотрим на 10 метрах. На 10 метрах геофенол видно, конечно, намного лучше, но толщина, в принципе, у них где-то примерно одинаковая, в районе 3-4 мм. Ну, возможно, геофенол чуть-чуть потоньше. В общем, друзья, неплохой компактный прибор. Не могу сказать, что для профессиональных работ, но для дома, для мелких ремонтов просто идеальный вариант на самом деле. Вертикаль и горизонталь плюс работа под наклоном. Очень компактный, убрали в кладовку, много места не занимает. Да, ссылку на проверенного продавца, как всегда, оставлю под видео. Друзья, на этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, кому не жалко. Всем добра, пока-пока.